Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. Сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, вот в передаче «Климат. Точка кипения» вы очень детально рассказали о том, почему ситуация с изменением климата настолько обостряется и на каком этапе мы находимся сейчас. И вот вы очень хороший ассоциативный пример привели для того, чтобы описать, на каком мы этапе находимся. Вы сказали, что если взять кастрюльку с молоком и закипятить ее, то вот как раз-таки сейчас мы находимся на фазе закипания вот этого молока. И вы знаете, Игорь Михайлович, очень многие люди, не глупые люди, прекрасно понимают и видят всю ситуацию, то, что происходит на сегодняшний день. Ну и, собственно, в принципе, очень многим людям, просто глядя на то, что происходит за окном, видно, что ситуация обостряется и меняется. И очень много людей начинают говорить правду открыто, во всеуслышание. Те же ученые, они констатируют, что да, чем больше мы изучаем то, как функционирует наша планета, тем больше у нас причин для того, чтобы беспокоиться. И знаете, очень много тем, которые до сих пор остаются, ну, такой загадкой для науки. Потому что если взять ядро, о котором мы говорили, ведь происходит экстремальные какие-то изменения в ядре, потому что продолжительность дня, то она укорачивается, то она увеличивается. Вращение Земли то ускоряется. На смену этого ускорения приходит замедление вращения Земли. Происходит какая-то чертовщина, как говорят в мире науки. Это не чертовщина, это закономерность. Просто происходит смещение центра масс, которое влияет на скорость вращения нашей планеты. Это физика, это нормально. И вы знаете, просто непонятно, к чему в дальнейшем приведут, к каким последствиям для современных ученых, которые пытаются хоть как-то изучать вот эти вопросы. Они не понимают, к каким последствиям в дальнейшем это может привести. Ну, если к последствиям для тех ученых или для всего человечества? Для всего человечества, конечно. Ну, для всего человечества, если мы ничего не сделаем, то последствия будут, мы их уже описали. А для ученых, ну, тоже, что и для всех. Ведь все мы люди. Да, да. Вне зависимости от званий, рангов, учености, знаешь, как все мы одинаковы. И все будем в одном котле, если мы ничего не сделаем, друзья. Но мы имеем шанс. Хотя ситуация, конечно, очень тяжелая. И вот знаешь, что интересно? Интересно то, что сейчас даже те, кто отрицали изменение климата, они воочию видят сами. Это так и есть, потому что действительно каждый год природные катаклизмы нарастают, становятся все чаще, все масштабнее. И действительно, если взять даже вот этот год, этот год побил рекорды жары, и люди прекрасно уже видят, что вот эти волны тепла, они по всему миру наблюдаются. И Европа, и Северная Африка, и Ближний Восток, Азия — побиты сотни рекордов температурных на сегодняшний день. И еще этот год не заканчивался. Знаешь, вот для меня гораздо важнее не то, что рекорды побили, а то, в какой катастрофической ситуации оказались миллионы людей. Это действительно так. А пока, ну, слава Богу, мы справляемся, да? Это отразилось на благосостоянии людей, на бизнесе, на жизни, на счетах, которые им приходят. Мало того, что из-за геополитики остались без газа, так еще и проблема с электричеством. Почему? Потому что реки пересыхают. Это действительно засуха ужасная. Люди не могут уже поливать собственные газоны. Извините, но даже туалетом запрещают пользоваться, как хотелось бы людям. То есть это действительно катастрофа. И плюс счета какие пошли за электроэнергию. Почему? Потому что реки пересыхают, даже атомные электростанции остужать надо, а это тоже вода, а вода нагрелась, и ее мало. Гидроэлектростанции страдают, тоже проблема. И вот особенно в Европе сейчас это очень ощутимо. Из-за глупости некоторых людей, из-за того, что они поссорились или же хотят, ну скажем так, вернуть былое величие, они сделали так, пытаясь продоминировать над кем-то, что, извините, масса людей сейчас просто страдает. Почему? Потому что газа нет, и теплоэлектростанции, они просто становятся. Ну, мало проблем нам климатических, мы их еще начинаем добавлять сами друг другу. Но не мы, слава Богу. Хотя мы же голосуем за этих идиотов, ну это же так. Ну разве можно так поступать с людьми? Простой вопрос. Это абсолютное неуважение людей.
Потому что кто-то хочет чего-то добиться, у кого-то какие-то амбиции уже, извините, но я понимаю, амбиции — это хорошо. Да, они борются, они делят власть, они делят деньги, влияние на мир. У меня, знаешь, вот хочется спросить, люди, мы действительно с ума сошли? Почему мы голосуем за это? Почему мы это поддерживаем? Ведь благодаря нам, тому, что мы делегируем им собственную власть, они творят, что хотят, а мы страдаем. Ну, может, как-то умнеть пора, но время уже не то. Уже в действительности, гляньте на улицу, ведь уже до вас дошло. Совершенно вот буквально 5 лет назад взять, 10 лет, ну это 10 лет вообще, тем более, а 5 лет даже назад, да? С нас ведь еще в Европе смеялись. Говорили, как это? Ну разве могла Англия допустить, что у них проблема с водой будет? Что в сотнях домов не пошла вода из крана. Которая вечно в дождях, в таком климате. Ну и каково сейчас? И мы что, вот это будем наслаждаться нашими очень веселыми руководителями, которые просто ненавидят какого-то мужика на коне? Да пусть ненавидят. Ну я бы, знаете, вот честно говоря, ну есть у кого-то кому-то претензии. Ну выходите на ринг и разбирайтесь. Давайте. Угу. Мы на вас ставки будем делать, деньги зарабатывать. Ну может проигрывать, знаете. Ну лучше проиграть $20, да, чем то, сколько проиграли сейчас. Нам их кто-то компенсирует? Простой вопрос. Вот эти потери. Ведь мы граждане, обыкновенные граждане разных стран. Я уже молчу за тех ребят, которые просто погибают. Погибают, потому что кто-то с кем-то не договорился. Или просто потому, что у кого-то огромные амбиции на этот мир. Почему мы должны умирать? Но если есть у них амбиции, если есть у них претензии, пожалуйста, на ринг и разбирайтесь. Мне бы хотелось посмотреть, знаешь, как вот мужик на коне, он же все-таки мастер спорта, и тот, кто ему противостоит, вот как бы они. Ну, тот с тенью здоровается, ну, может быть, нашел он его на ринге или не нашел бы. Просто интерес. Ну, это было бы впечатляюще. Извините за правду, ребят, но это действительно правда. У нас у самих маразм, раз мы позволяем такое делать. Нас делают бедными, нищими, и нам хорошо. Зато мы патриотичны, да? Зато мы не поддерживаем кого-то. Ребят, кого мы должны поддерживать? Давайте вот опустимся на землю. Мы живем в потребительском формате. Но раз мы живем в потребительском формате, раз над нами доминирует доход, это является, ну, нашим мировоззрением такой формат. Ну, мы же должны тогда переживать за себя, да? Если нас кто-то делает бедным, нищим, может, как-то вопросы надо задавать уже. Почему? И самый главный вопрос, кто компенсирует нам теперь наши убытки? Почему мы должны терпеть эти убытки из-за того, что кто-то принял неверное решение? Они нам рассказывают, мы хотим сделать лучше, мы хотим, чтобы было во всем мире безопасно, да? Угу. И в то же время нагнетаем и нагнетаем такую атмосферу, чтобы мы все просто боялись и дрожали. А тех, кто перестает дрожать, тех начинаем убивать, да? Ну что, не так? Чтобы другие боялись. Ребят, это жизнь. Если кто-то забрал чью-то жизнь, то вернуть назад он ее не сможет. Никто из нас, подчеркиваю, никто не хочет, чтобы у него забрали жизнь. Даже те же, кто сейчас нагнетает эту обстановку. Вот они считают, что они в безопасности, их семьи в безопасности. Но незадача случилась. Помимо их политических игр есть большая воля, чем ихняя. И эта воля говорит сейчас другое. Если мы, подчеркиваю, все мы не одумаемся и не остановим вот эту, я бы сказал, вакханалию, по-другому не назовешь, это полный беспредел, то остановят нас всех. И из вот этой маленькой группки просто выживших из ума, тех, кто нам навязали, ну, скажем так, культурно и корректно. Есть семья, есть родитель один, родитель два. У нас что, мужчина-женщина перестал существовать? Угу. Бог кого создал? Он создал? Нет. Бог создал мужчину и женщину. Так почему оно должно диктовать всем?
Оно одно, а нас много. И мы это все терпим. Почему наших детей заставляют сейчас быть толерантными к педофилам? Это не бред, друзья мои. Может быть, я не прав, я не знаю. Вам виднее. Это ведь ваши дети, которые, встретившись с педофилом, должны очень толерантно с ним обращаться, чтобы не ранить его такую вот тонкую психику. Ведь этот педофил, он ищет себе друга, он хочет пообщаться с ребенком, он хочет поиграть с ним в его игрушки, пригласить его к себе домой, изнасиловать, сломать ему всю жизнь, сделать из него маньяка в будущем. Но ведь это так прекрасно, да? А на закуску мы должны уже есть друг друга. Это нам навязывает вот то оно, которое где-то там сидит. И мы, дебилы, вот то оно — это мы с вами, друзья. Потому что позволяем кому-то что-то с нами делать. И вот смотрите, насколько в действительности искажен этот мир. Мы можем говорить о том, чтобы дети не травмировали психику педофилов. Но мы не можем говорить о созидательном обществе открыто. Разве это не бред? Ну, я скажу так. Всему приходит конец. И правда, она всегда восторжествует. Нет большей силы, чем правда. Это так. Еще чуть-чуть, еще немножко. Я скажу так, даже те же педофилы не успеют порезвиться как следует, как этому миру придет конец. Вопрос лишь в том, в каком варианте. Или же мы прекратим этот потребительский формат с этим безумием, с властью оголтелых и очумелых идиотов. Или же… Или перестанем существовать все. И это уже правда. Это видите уже сами. И вот плохо то, что происходит. Конечно, это создаст массу проблем, но надо понимать, что последующие года будут все хуже и хуже. А мы все будем разъединяться, восхвалять педофилов, аплодировать идиотическим идеям некоторых лидеров, особенно поддерживать патриотически, поддерживать тех, кто просто спит и видит, как устроить просто мировую бойню, и желательно ядерную, да? Потому что кому-то не нравится, что мужик на коне лучше его выглядит. Вы же знаете, как-то пора этих ястребов, ну, поменять на прекрасных лебедей. Мир изменится, и будет лучше. Тогда у нас будет шанс на выживание. Извините, но это откровение, это правда, и об этом говорит каждый на кухне. Mm-hmm. Подчеркиваю, каждый нормальный, психически здоровый гражданин этой планеты. Но говорит на кухне. Почему? Потому что пресса нам рассказывает совершенно другое. Средства массовой информации нас информируют о том, как хорошо и как вкусно питаться кузнечиками, как прекрасно будет, если мы будем поедать друг друга. Это спасет нас от климатической катастрофы. У меня вопрос, как тот факт, что мы, люди, станем людоедами, их спасет от климатической катастрофы? Ну, обоснуйте, раз вы это говорите. Только не бред, а реальность. Предоставьте факт. Знаете, что самое обидное? Что нет ни одного научно доказанного факта о том, что изменение климата на сегодняшний день является антропогенным фактором. Ну разве не так? По этому поводу были суды автора этой теории, которую он все проиграл, потому что он не смог это доказать. И после этого не было ни одной серьезной научной работы, хотя бы близко подтверждающей этот факт. Но мы тратим миллиарды и триллионы денег, забирая их у людей и отдавая неизвестно куда и кому. Кто-нибудь вернет людям эти деньги? Простой вопрос. Ведь это их деньги. С их карманов берут, и куда-то они исчезают. Климат продолжает меняться, а денег требуют все больше и больше. Жадность и ненасытность тех,
кому мы доверили нашу власть, власть над собой. Какими надо быть идиотами, чтобы продолжать это делать? Угу. Давайте, друзья, умнеть. Давайте строить созидательное общество. Не потому, что построение созидательного общества избавит нас от этих маразматиков и шизофреников, по-другому не скажешь, а потому даже, и это основная причина, чтобы выжить, выжить всем. Потому что только в созидательном обществе мы можем справиться с теми климатическими угрозами, которые в действительности на сегодняшний день надвигаются. И обоснований этому очень много. Извините за отступление. Спасибо вам большое, Игорь Михайлович. Дело в том, что действительно ты понимаешь, как людей стравливают друг против друга, и как одни люди радуются, что страны-оппоненты, они, ну вот сейчас находятся в каких-то тяжелых условиях, или в связи с климатом, или в связи с энергетическим каким-то кризисом. Вот там даже Великобритания, то, что жители страны остались там без воды, что сокращается. Ну не только Великобритания. Да, Швейцария тоже, да. В частности, если брать ситуацию в Швейцарии. Ведь на сегодняшний день уже на сайте правительства есть постановление, которое говорит о том, что необходимо отключать энергосбережение людям даже днем. И ты понимаешь, что в то время, пока богатеют одни, все остальные просто играют вот в эти игры, где они стравлены и злорадствуют по поводу, ну как бы, страны оппонента, скажем что, так. Типа так вам и надо, угу. Да? Но страдают ведь люди. Вот смотрите, как у нас в действительности работает наше сознание. Это просто идиотизм. Вот мы находимся в определенной стране. Есть, ну, недружественная нам страна. И вот если у них беда, мы все радуемся. Нас заставляют, как идиотов, радоваться. Потому что та страна, которая нам недружественна, она страдает. Скажите, а люди здесь при чем? Ведь недружественно — это те, кто управляет той страной. Люди по ошибке, поверив им, доверившись им, передали, делегировали собственную власть для них, надеясь на то, что вот как они живут, так и будут жить, что хуже не будет. А их толкают на войну. У них возникают другие проблемы. Ну и как сейчас вообще кризисы наступают. Так это, извините, мы лишь слегка столкнулись с этими кризисами. Представьте, что будет через несколько лет при такой прогрессии. И что тогда? Мы тоже будем радоваться от того, что там люди страдают. Простые люди, такие же, как и ты. Вот в чем беда. И тем более, кто радуется? Угу. Сейчас нет ни одной страны, которая могла бы радоваться. И страна вообще, что это за разговоры? Страна та, страна эта. Это граждане одной страны и граждане другой страны. Но все мы земляне. Мы живем в одной сфере. Никто из нас вырваться из нее не может. Чему радоваться? Это, знаешь, вот сейчас есть конфликтная ситуация одной огромной страны, против которой ополчилась малая часть мира, я так скажу. И вот у них идет конфликт. И вот сейчас начали страдать люди в этой малой части мира, ну, которая жила лучше всех в свое время. Уже это все перестало существовать. Они не живут уже лучше. Граждане вот этой большой страны тоже на патриотизме начинают радоваться, что вот у них воды нет, у них газоны убирают. Ха-ха-ха, а у нас воды полно. Ребята, одумайтесь. Ведь под вашей страной гораздо быстрее плюм поднимается, чем под какой-либо другой. И вода в одночасье может исчезнуть и у вас. Я не желаю это никому. Я говорю фактами. Кажется, что как? Ну наши ж реки, у нас же столько озер. Мгновенно исчезает. Год-два, и ничего нету. На глазах исчезает. Вот мы сейчас находимся недалеко здесь озеро. Видели бы вы, насколько оно обнелело. На глазах. Просто. И вот кажется, да, вот, ну как, куда оно денется? Столько рек. Да, да, да. А где реки-то? Угу. Рек нет. Угу. И озеро мелеет на глазах каждый день, и мы это видим. И это может происходить в любой точке мира. И это обязательно произойдет по всему миру. И то, что кажется, что у нас всего много, знаете, оно все исчезает очень быстро, одно за другое. Я вам приведу простой пример. Знаете, вот самые никчемные черви, да, в земле, у них тоже не считает. А вы знаете, друзья, если эти черви исчезнут, максимум мы проживем 2 года. Вот и вопрос. Комары, зачем они нам нужны? Всякие мошки, комашки. Вот было бы здорово, если бы они исчезли. Но если они исчезнут, ну, 4 года максимум, и мы исчезнем.
Смотрите, как все завязано в этом мире. И если где-то происходит беда на большой части нашей планеты, то это обязательно отразится по всему миру. Мир один, мы в одной банке. То люди придумали, знаете, переселялись там, селились, делились. Вот этот рабовладельческий строй 6 тысяч лет, он, ну скажем так, он прогрессировал, модифицировался, совершенствовался. И вот мы оказались в той точке, в которой мы оказались на сегодняшний день. И теперь нас воспитывают как идиотов. Ну, хотел сказать, как патриотов. А хотя какая разница? Патриот настоящий, настоящий патриот, он должен беспокоиться о всей планете, о мире во всем мире, а не за какой-то значок, знак, флаг, еще чего-то, символику. Да, это все хорошо, это все прекрасно, но это прекрасно было вчера. Сегодня все меняется. Сегодня у каждого должна болеть голова о всем мире. Почему это касается, друзья, ваших жизней, жизни ваших семей, ваших потомков? И если мы будем продолжать играть в эти же игры, знаете, как футбольные команды, мы вот патриоты этой футбольной команды, а мы патриоты этой футбольной команды. И вот мы сейчас вот как взбесимся, доказывая, что мы более патриотичны, и пойдем попереломаем все магазины, попалим машины, перебьем людей, вообще мирно прогуливающихся людей по улице, мы их всех изобьем. Это мы такие сильные, мы такие герои. Ну что, не так? Разве мы этого не видим? И мы же это допускаем. Мы создаем условия своим молчанием, своим терпением, да, до того, что у нас уже исчезает в некоторых странах такое понятие, как муж и жена, что наши дети должны толерантно относиться к педофилам. Ну, если эта зараза расползется по всему миру, вы представляете, в каком мире бы мы жили? Но я вам скажу, не расползется, не будет этого. Потому что мира этого уже не будет. Никто не допустит этого. Когда мертвые начинают править живыми, мир обречен. Верните мир живым. Иначе. Иначе даже говорить не хочу, друзья. И не надо сваливать на своих богов, на того, кто придет, там что-то сделает. Знаете, вот все ждут там. Христиане — утешителя, другие — там Майтрея, там мусульмане — имама ждут, там должен прийти вот и один все сделать. Друзья мои, я вам открою один большой секрет. Не придет и не сделает никто. Знаете почему? Потому что никто не имеет права нарушить Богом данную вам свободу выбора. Именно вам Бог дал свободу выбора — жить или умереть. И вот сейчас весь мир стоит на грани выбора. Если этот мир останется, и он будет существовать, и мы построим созидательное общество, вот тогда проявится и Майтрея. Значит, он был, значит, он помог, он сделал. Тогда проявятся и имамы, и утешитель, и все остальные, все, кого ждут. Ну, если кто-то ждет, потому что не сильно и ждут. Как же мы ждем посланников с мира духовного, когда служим заведомо мертвым? Ответьте на вопрос. Когда мы предаем святое, мы предаем самих себя. Как? Простой вопрос. Но если этот мир исчезнет, то значит, что никто и не приходил, потому что вы выбрали смерть вместо жизни. И это правда жизнь. И никуда от этого не денешься. Нам выбирать. Нам дана свобода выбора. Это правда. А то, что климат меняется, да, меняется. И мы это заслужили. Игорь Михайлович, вот вы сказали, что да, тяжелые времена, они еще даже не начинались, что нет, конечно. Хаос еще даже не начинался. А ведь действительно ты понимаешь, что многие люди, видя происходящее, все-таки пытаются закрыть глаза и сказать, что ну вот сейчас немножечко перетерпим, немножечко переждем, и все снова вот-вот как-то будет функционировать так, как раньше. И вот видно, как они даже, не знаю, инвестируют свои средства, свое время, свое внимание, свои ресурсы в то, что заведомо обречено получается. И вы знаете, мы говорили еще про важность построения созидательного общества. И вот я бы хотела привести пример своих знакомых, которые
в результате геополитических игр, скажем так, в том числе ситуации в Украине, они утратили огромные средства, в принципе, огромные капиталы. И вот они говорили о том, что… А ведь в 2011 году, Игорь Михайлович, вы предупреждали, что будет такая-то ситуация с климатом, что будет такая-то ситуация с Украиной. И говорит, если бы мы тогда послушали и хотя бы 10% того, что мы сейчас утратили, вложили в развитие созидательного общества, вот насколько бы уже сдвинулся проект, насколько бы уже сейчас у людей, у других был шанс. Вот есть такое понимание еще, Игорь Михайлович, что люди растеряны и искренне не знают, что делать. Они видят ситуацию, которая происходит на сегодняшний день. Они видят, насколько она острая, что сейчас происходит. Очень умные люди, не глупые, но они, знаете, как будто бы изолируются на том, чтобы создавать вот это созидательное общество сугубо для своей вот такой ячейки, для своей семьи, вот для того, чтобы обеспечить своего ребенка, обеспечить свою жену и так далее. То есть насколько это все-таки… Знаешь, насколько это все? Угу. Я тебе скажу, насколько это все, Татьяна. Это очень правильно с позиции семейной такой ячейки. Но это очень глупо, исходя из ситуации сегодняшнего дня. Mm-hmm. Ведь эти люди, они понимают и видят ситуацию. И они открытым текстом говорят о том, что мне нужно сейчас построить вот это вот ваше созидательное общество для своей семьи. У меня вот ребенок родился, ну как? Да? Mm-hmm. Ведь так же ж люди говорят. Да. Ну или родился, или есть. У нас есть знакомые просто, которые приблизительно так и говорят. Mm-hmm. А вот потом, может быть, еще люди боятся. Люди, зная правду, они пугаются. Они реально пугаются от того, когда начинают понимать, что над ними зависает огромная угроза. И они не хотят этого слышать. И они переключаются на то, чтобы вот обеспечить семью, там, позаботиться о детях. Ну правильно, вот по-человечески это правильно, да. И понять их можно, и понять их не страхи можно. Но пришло время становиться мужественными, друзья. И вот таким людям я хочу сказать, извините, буду говорить прямо и откровенно, если у тебя, друг, родился ребенок сейчас, и ты в заботе о нем все свое время, все свои силы, ты вкладываешь в то, чтобы обеспечить его будущее, то ты должен строить созидательное общество. Если мы не построим созидательное общество, то ты, мой друг, увидишь своего ребенка умирающим на своих же руках, если не умрешь раньше. Извините, не пугалка. Это абсолютное откровение. Я не хочу никого напугать. Я говорю те факты, которые на сегодняшний день понятны большинству людей. А умные люди тем более это понимают. Страшно, не хочется. Никому не хочется. Да, страшно. А куда деваться? Мы должны столкнуться с тем, что нам предстоит. И несмотря на построение созидательного общества, несмотря на все, на все наши старания, мы все равно столкнемся. Мы уже сталкиваемся с теми последствиями нашего неверия, недоверия и нашей трусости. Знаете, вот многие не хотят участвовать в созидательном проекте в этом еще из-за того, чтобы вот, что о них подумают и тому подобное. А что о тебе подумают, друг мой? Простой вопрос. А я скажу проще. А что о тебе подумает твой 14-летний ребенок, когда ему нечем будет дышать? Просто. Я уже молчу за все остальное. Что ты ему скажешь? Извини, сынок, но я сделал неправильный выбор. Но многие скажут, ну это ж всего лишь я, мир большой, но мир состоит из таких, как ты. И если на сегодняшний день ты не сделаешь то, что должен, а каждый чувствует, что он должен сделать, каждый чувствует то, что он задолжал миру духовному, Богу и всему человечеству. Если ты не сделаешь это, не выполнишь свой настоящий человеческий долг, то забудь о будущем. И в первую очередь своем, а потом уже своей семье. И это правда. Это та реальность, в которой сегодня мы оказались. И оказались мы в этой реальности на сегодняшний день из-за того, что мы 6 тысяч лет
беспрерывно, изо дня в день, потакая и молча, боясь и страшась, отделяясь и заботясь только о своей семье, забывая за мир, забывая за единство, мы строили потребительский формат. И вот он сейчас достигнул апогея, сгустился настолько, что пора ему рассеянным быть. Подумайте об этом, друзья. Хватит бояться, хватит прятаться. Нужно что-то делать. Да, понимаю, страшно. Да, понимаю, не хочется. Хочется жить в том мире, который был. Поверьте, мы знаем, как никто. Мы нормально жили, никто нам не мешал. Но мы видели, к чему идет то, к чему оно пришло в нашей стране. И мы понимаем, что миллионы людей пострадали и пострадают еще. Но некоторые скажут, ну это ведь ради будущего. И будут правы, будущее будет прекрасно. Но человеческие жертвы ничем не возместишь. Погибших людей не вернешь. Да, дома, предприятия, все можно восстановить и сделать. Кто вернет тех людей, кто вернет тех героев, наших участников, которые под бомбежками до последней секунды продолжали пытаться достучаться до глухонемых людей, рассказывая о созидательном обществе, рассказывая о проблемах климата и об угрозе, нависшей над всем человечеством в то время, когда по ним били с тяжелой артиллерии. Сколько погибло наших товарищей. Это правда. Тяжело. Тяжело знать правду. Но знаете, лучше пусть нам сейчас будет тяжело узнать правду. Пусть сейчас мы предложим усилия для того, чтобы преодолеть в себе нашу вот эту, я бы сказал, глупую, чёрствую животную часть. Но зато потом нашим детям мы оставим прекрасный мир. Пусть нам сейчас придется приложить усилия для того, чтобы построить созидательное общество. Но зато потом мы будем наслаждаться чистым воздухом, чистой водой, прекрасным миром, новыми технологиями и, самое важное, жизнью и шансом для всех и каждого из нас. Или не надо? Или будем бояться? Будем думать только о себе? Свобода выбора, данная Богу, в этом и мир. Нам нужно поторопиться, поторопиться строить созидательное общество, потому что люди не понимают, знаете, того, что такое прогрессия и насколько вообще стремительно набирают скорость вот эти климатические катастрофы. Очень быстро. Mm-hmm. Вот я скажу так, для понимания людей, ну давай приведу простой пример, чтобы наши друзья поняли. Вот ты водитель автомобиля, mm-hmm. да? Сколько, скажем так, метров будет твое торможение, если ты будешь ехать на легковом автомобиле со скоростью, ну, 20 километров? Ну, метра два тормозной путь. Хорошо. Mm-hmm. А вот если 80 километров? Больше 30 метров. Вот смотри. Угу. И как прогрессия, да, увеличивает тормозной путь. Угу. То есть инерция, которая будет, да? Угу. Вот мы ехали 20 километров, угу. и торможение было 2 метра. Мы увеличили скорость всего лишь 4 раза и едем 80 километров. А тормозной путь увеличился во сколько? Более чем в 15 раз. Разницу видите? И чем дальше мы катимся, а мы сейчас, друзья, для вашего представления, ну, скажем так, для визуализации, мы все, всем миром находимся в одном огромном автобусе, который стремительно набирает обороты, а впереди нас пропасть. И вместо того, чтобы остановиться, развернуться и поехать в прекрасный оазис, в Эдем, в счастливую жизнь для всех и для каждого, мы продолжаем давить на педаль газа и держать крепко руль, который ведет нас к обрыву. И непонятно, когда мы затормозим. Но всем же кажется, мы же затормозим
в конце, мы ж не дураки, забывая об инерции. Я вам так проще скажу, друзья. Даже если сейчас мы активируем механизмы противостояния, ну, остановим весь этот процесс воздействия на нашу планету, скажем так, и на нас прекратится все воздействие, и планета начнет восстанавливаться, нам придется пережить еще не один год катаклизма, и погибнет много людей. Если мы протянем еще 5 лет до этого, то наша скорость из-за прогрессии, нарастания климатических событий увеличится намного. И это уже будет не 2 метра и не 2 года, а гораздо больше. Думайте. У нас есть еще время, но это время будет оплачено нашими жизнями. Думайте. Свобода выбора. Милость от Бога. Знаете, Игорь Михайлович, есть еще такой момент, что многие люди, которые не понимают важность этапа информирования, они говорят следующее и задают такой вопрос. Вот вы информируете о проекте «Созидательное общество». А может быть, вы начнете не словом как-то, а делом помогать людям? Не болтать, а делать. Да, да. Вот посмотрите, вот сейчас там в Европу ждут сложные времена. Там, вот у них там голодные камни сейчас проявились, что вот которые, в принципе, были маркерами, да, таких неприятностей, бедствий, неурожаев, голода, да. И то есть на нем написано: «Если ты увидел меня, плачь». Но неужели плач — это единственное, что могут сделать люди? И второй вопрос. Говорят, что в созидательном обществе нет волонтеров, что волонтеры — это не те люди, которые словом строят созидательное общество, а которые делают что-то на местах, помогают малоимущим, помогают… Знаешь, вот эти люди, которые так говорят о нас, о участниках созидательного общества, о волонтерах, они настолько далеки от нас. Они даже не те, что, знаешь, вот есть околоплавающие. Нет, они вообще далеки. Вот если бы они окунулись в созидательное общество, то они бы увидели, что именно в созидательном обществе, в нашем движении на сегодняшний день наибольшее число настоящих волонтеров, подчеркиваю, настоящих, не тех экотеррористов, которые терроризируют различные предприятия, чтобы выбить с них денег для себя, якобы борясь за экологию, а настоящих, истинных волонтеров по всему миру, которые на сегодняшний день и сирот привечают и в Африке, и в других странах, и кормят обездоленных, и снабжают водой те регионы, где воды уже нет, и многое-многое другое. И самое важное, что практически чуть ли не каждый день к нам подключаются вот именно в проект «Созидательное общество» люди, настоящие волонтеры, целыми организациями. Почему? Потому что они понимают, что вся деятельность, которую они делали, на которую они тратят жизнь, потому что они настоящие люди. И им не безразлично чужое страдание. И если они могут изменить что-то, они это делают, меняют. Но они понимают, все, что они делают, это решение сиюминутное. Глобально они не могут изменить ничего. Приведу простой пример. Люди обладают возможностью, действительно, наши волонтеры, наши участники, и техническими возможностями, и финансовыми возможностями. Они могут обеспечить водой практически всех нуждающихся на сегодняшний день. Законодательно им нельзя этого делать. Это в таком мире мы живем, друзья. Да, ты можешь купить там за 50 центов бутылку воды и доставить ее туда, в Африку, о которой практически никто из вас не думает. Вспоминают лишь, когда бананы едят или по телевизору видят. Но там умирают дети от жажды, от банальной антисанитарии. И масса людей, которым это неприемлемо. И они делают все, чтобы хоть как-то помочь. Но их загоняют именно в такую ситуацию, что та вода, которая здесь стоит 50 центов, там будет стоить уже 2,5 доллара. Почему? Потому что кто-то на этом наживается. Знаете, есть такие нехорошие люди, я так скажу, не люди,
которым все равно на чем зарабатывать, на чужих жизнях, на чужих страданиях. Они говорят, деньги не пахнут. И творят вот это безобразие. И еще для сильных, для власть имущих нужно, чтобы в их странах было лучше, чем где-то. И говорят, а что ж вы возмущаетесь? Вы гляньте, как там живут. Знаете, такой контраст они держат. И мы за них голосуем. Вот в чем беда. Это наш дебилизм. По-другому не скажешь. Это наша деградация. Пока в мире есть такие детки, которые умирают с голода, которые умирают от жажды. И если нас не мучает совесть, если мы ничего не сделали, значит, мы уже тоже не люди. Значит, нас тоже деформировал этот потребительский формат. Да, некоторые скажут, мне дороже, чтобы мой ребенок был сытый и чтобы у него была вода. Ну это сегодня, а завтра. Не задумывался, да? А вот к нам еще многие присоединяются, те волонтеры, которые сейчас вынуждены сами обращаться за помощью, которые сами стали беженцами, сами остались без домов. Разве не так? Вот сколько наших участников, которые вследствие катаклизмов лишились жилья, домов, а вот эти триллионы, выделяемые на борьбу с климатом, на них не распространяются. Власти им говорят, иди, бери кредиты, строй дом. И все. И вся помощь. И опять-таки наши же волонтеры приезжают и помогают разбирать те дома, строить новые на волонтерстве, на человечность. И находятся какие-то люди очень странные, да людьми их-то не назовешь, которые говорят, ребят, а не надо болтать, берите и делайте, что ж вы все разговариваете о созидательном обществе. Да, мы разговариваем, друзья мои, разговариваем о созидательном обществе, потому что это самый мирный и самый правильный проект за всю историю человечества. И словом мы должны достучаться до каждого и мирно построить созидательное общество. Извините, это не смена одной власти на другую, это спасение всего человечества, всех и каждого. Поэтому словом мы работаем. Но в то же время созидательное общество — это масса, огромная масса прекрасных людей, неравнодушных чужой боли. И делаем мы гораздо больше. Почему мы об этом не говорим и почему сейчас мы только за это заговорили? Потому что спросили. Потому что за дело, за живое, обидно за тех людей, которые в эту минуту сами страдают в Африке, сами страдают в других странах. Я вам приведу простой пример. У тем, кто так думает, знаешь, вот эти вот диванные ожиревшие аналитики, ну по-другому не скажешь. Знаете, вот сознание подсказывает оскорбить тех людей, но чего их оскорблять? Их Бог наказал уже. Недостойно меня оскорблять их. Их Бог так наказал, лишил их разума, что мне там уже делать нечего. Но, может быть, проснется у них совесть и попросят прощения сами. Приведу простой пример. В то время, пока кто-то лежит на диване и развлекается, смотря что-то интересное, там, забавное, наши участники, и таких много, к примеру, в Афганистане. Угу. Да? Беднейшая страна. Из 40 миллионов более 30 живут в бедности. Да. И вот наши участники, которые вынуждены работать с утра до ночи, без перерывов даже. Представьте, ни отпусков, ни выходных, потому что они должны кормить семью. Но в то же время, придя домой, вместо того, чтобы лечь и отдохнуть, они, несмотря на плохой интернет, несмотря на отвратительную связь, они делают все возможное, как волонтеры, чтобы информировать других людей о созидательном обществе. Потому что они понимают, это единственный шанс для всех. Это то, что может спасти весь мир, все человечество. Представьте. И им говорят, что они ничего не делают. Или возьмем ту же Африку, вот мы о ней говорили, как наши участники, те, которые занимаются переводом, да? Вот этот пример тоже поразительный. Человек выезжает в поле, потому что у него телефон не берет. И он, несмотря на камеру, несмотря на все, скажем так, неприятные ощущения ночи, он пытается поймать связь для того, чтобы переводить, для того, чтобы помогать людям, потому что он знает ценность жизни. А другие избалованные судьбой, живут в прекрасных странах,
И вот сейчас немножко только климат их зацепил, и все уже перепугались. И все уже, ну как это? Как это у меня скатали газон? Как это? Мне не разрешают сливать в туалете. И мне что, теперь грязным ходить? Да, друг мой, грязным ходить. Потому что мы тебе стучимся уже очень давно, а ты нас не слышишь. А я более тебе скажу, если не услышишь, будешь ходить голодным и обездоленным. Ну недолго. Если не услышат такие же, как и ты, и не поддержат созидательное общество, то из-за вас и нам придется слишком рано расстаться с этой жизнью и лишиться вначале всего, испытать весь тот ужас, который накапливался за 6000 лет. Мы последнее поколение или первое? Мы последнее, которое испытает весь ужас, все страхи, всю боль за 6000 лет нашего бесчеловечного существования, всю ложь и всю грязь. Мы сполна выпьем эту чашу и станем последним поколением. Или же мы станем ангелами мира. И из этой темноты мы выведем все человечество на яркую поляну, введем в Эдем будущего, где жизнь будет каждого самым ценным, что может быть на этой планете. Нам реши. Тебе, мой друг, реши. В первую очередь. Это правда. Игорь Михайлович, спасибо вам огромное. Ведь столько людей, столько участников проекта «Созидательное общество» действительно спасает вот этот мир. Вы говорили примеры и про людей в Африке, и про людей в Афганистане. Куча людей по всему миру тратят все свое свободное время, все свои отпуска, все свои выходные для того, чтобы спасти не только себя и свои семьи, но еще и для того, чтобы спасти семьи вот тех политиков, которые сейчас ничего не делают, тех диванных критиков, которые сидят на диване и говорят гадости и даже глупости, я бы даже сказала. В общем-то, вы знаете, ты понимаешь, что это действительно те герои, которые спасают этот мир, которые спасают мир в этом мире. И это те люди, которые действительно достойны настоящей премии мира. Не вот Нобелевской вот но этой только премии. Только не Нобелевск. Да, да, да. Почему не Нобелевск? Знаете, когда получают премию мира убийцы и тираны, и те, кто уничтожает будущее многих людей, то, несмотря на то, что там дают миллион, я считаю, это недостойно настоящих людей. Те, которые сейчас на передовой, наших волонтеров. Ты знаешь, вот у меня предложение есть. И оно, я думаю, будет приемлемо для многих. Вот смотрите, при построении созидательного общества все равно будет 3-5 лет, ну какой-то промежуток времени, пока будут существовать деньги. Так называемый переходной период. Но никуда мы не денемся. Несмотря на все технологии, несмотря на все возможности, которые откроются. Ну, первый год он вообще немножко нестабильный будет, надо честно признавать. Ну, прежде чем переходить, надо и просчитать правильно, и выверить. Но все равно первый год не очень. Ну и многое сделать нужно будет не до того, как говорится. Потом нужно будет опять-таки внедрять новые разработки, новые технологии. Ну, я думаю, лет 5 минимум, в 3 мы не вложимся. Это пока будут существовать деньги. Потом они станут бессмысленны и не нужны. Но 5 лет — это 5 лет жизни. С той же экономикой, да, плановой, не рыночной, но все равно экономика. Все равно нужны будут деньги, нужно будет что-то покупать, обменивать что-то на что-то. У меня предложение, друзья. А давайте мы сделаем так, чтобы каждый волонтер, каждый активный волонтер созидательного общества, те, кто сейчас выполняют самый трудный и самый тяжелый этап, это информирование всех людей, чтобы они в действительности получили премию от созидательного общества. Ну вот, к примеру, исходя из сегодняшних цен, сегодняшней стоимости, если, конечно, что-то изменится, мы и цифру изменим. Но я предложение даю такое. Те, кто, к примеру, на сегодняшний день волонтеры информируют единиц, ну это те люди, которые, допустим, на машину наклеили, я поддерживаю созидательное общество, он везде разговаривает с коллегами, с друзьями, с знакомыми, но он работает с единицами людей. Вот, вот такие активные активисты, они должны будут получить премию, ну скажем, равную той же премии мира, которую получают абсолютно немирные люди на сегодняшний день. $1 000 000. А почему нет?
те люди, которые, скажем так, оповещают десятки людей, ну, это могут быть владельцы там кафе, там, блогеры, еще кто-то, да, то есть те, которые ездят, рассказывают, разговаривают. Ну, кто не стесняется, может разговаривать в автобусах, еще где-то массово, доносит до десятков людей. Те получают 2 миллиона. Те, кто оповещает сотни людей, те получат 3 миллиона. Те, кто имеют возможность общаться с людьми и оповещают тысячи людей, 4 миллиона. Ну, а те, кто способны будут оповещать миллионы людей, те же блогеры, люди, выходящие на огромные площадки, участвующие там в конференциях, которые продумывают, ну, скажем, певцы какие-то, которые создают концерты, которые смотрят миллионы людей, да, те получат 5 миллионов. А почему нет? Угу. Ведь эти деньги, которые они получат, это те средства, которые все равно пойдут в экономику. Конечно. Это, ну, любой макроэкономист скажет, это огромное вливание средств, которые дадут оборот. И тем более деньги все равно наши. Проблем нет. Но эти люди, они этого заслужили. Они сейчас уже инвестируют эти деньги в построение созидательного общества. Начнем с того, что масса людей на сегодняшний день, наших волонтеров, тратят и выходные, и отпуска, свои собственные средства на развитие созидательного общества, потому что понимают, что наилучшая инвестиция в свое будущее — это инвестиция в созидательное общество. Это так. Это действительно так, друзья. Это наилучшая инвестиция. Вот откладывая деньги в будущее своих детей, да, можно. И нужно. Но без созидательного общества. Вы сами понимаете. Поэтому важный и нужный момент здесь — это понимание людей, важность. Но с другой стороны, это будет и стимуляция тем, кто хотя бы ради денег начнет оповещать людей в помощь нашим волонтерам. Знаешь, если вот некоторые люди, ну, скажем так, не понимают, почему люди бесплатно что-то делают, ну пусть поработают хотя бы за деньги. Так же? А там, глядишь, тянутся и поймут. Но это не означает, что будем платить сейчас. При построении созидательного общества сразу же все должны получить эти средства. Но я, ты знаешь, я бы даже пошел дальше и больше, потому что тут же возникает вопрос, а как же те спонсоры, да? Да, да, ведь много людей, которые есть просто… люди, которые поддерживают волонтеров финансово. Они сами не могут участвовать в силу определенных причин. Ну, кто-то в бизнесе, кто-то в политике, кто-то еще где-то, но не спонсируют, они поддерживают людей, поддерживают тех же волонтеров. А волонтеры, используя эти средства, чего-то добиваются. Давай ведем ту же градацию такую. Вот поддерживают. Мало ли, малый бизнес, он может поддерживать, ну, бабушку, которая пришла, вот сидит, просто сидит у дома, вышла подышать воздухом. Но эта бабушка может заработать миллион для внука. Почему? Оповещая всех и все. Правильно? Одел маечку, я поддерживаю созидательное общество. Да. Ну чего нет? Тех же единиц. Но эта же бабушка может ознакомить кого-то с созидательным обществом того человека, который потом сможет донести эту информацию до миллионов людей, поняв суть и важность этого. Поэтому эта бабушка, она тоже важна. Она может рассказывать на рынке, там еще где-то, где общается, в магазинах, в больницах, единицам, но очень многим людям. Видишь, так за год и 1 миллион долларов заработает. А почему бы да, и нет? Да. Ну, при построении созидательного… Насколько важны шаги даже тех, кто вот так единично, казалось бы, доносит информацию, ты понимаешь? Да. Ну сейчас, знаешь, сейчас все способы хороши, и все важно. И наглядная агитация, она очень важна. Если бы вот представь, вот масса машин, если бы вот, ну, все, кто поддерживает созидательное общество, перестали стесняться, бояться, наклеили бы на машины свои знак «Я поддерживаю созидательное общество». Те же, ну, мелкий бизнес, крупный бизнес, неважно, писали бы на своих чеках, да, в магазинах «Мы поддерживаем созидательное общество». Ну неважно, на производитель на упаковке, на документах, или, там, которыми обмениваются. Бирочку какую-то. Конечно, все больше и больше бы людей ознакомливались с созидательным обществом. Наглядная агитация, банально, те же шапочки с надписью «Созидательное общество», маечки, все что угодно. Да ради Бога, те же трусики и лифчики, носки, бирочку приклеить, если ты их производишь. Мы поддерживаем созидательное общество. Человек по-любому уже ознакомится. И чем чаще и больше он будет видеть, тем быстрее до него дойдет, что нужно поддерживать созидательное общество.
Я бы даже сказал, ну, простой пример, слегка смешной. Надпись на туалетной бумаге. Вот я бы, знаете, что написал на туалетной бумаге? Все равно человеку делать нечего, он сидит и читает. Если ты не поддерживаешь созидательное общество, не пользуйся этой бумагой. Не заслужи. Смешно, но эффективно. Правильно? Здорово. Да, Игорь Михайлович, просто это вот действительно простимулирует некоторых людей выходить из тени. Конечно. Хотя бы набраться смелости и начать говорить. Ты знаешь, чем дальше, тем больше будет людей, которые начнут выходить из тени. И больше людей будут говорить открыто и смело. Да, у нас сейчас тяжелое время, друзья. Нас не поддерживают средства массовой информации, только льют грязь на нас. Ну, это время такое, потому что многие не понимают важность самого проекта. Но мы имеем возможность доносить эту информацию друг до друга. И это честно, это правильно. Да, конечно, некоторые скажут, ну пусть вот там президенты дадут приказ, и нас сразу за ваше созидательное общество расскажут по всему миру, и все будут знать, и люди пусть выбирают. Пойдемте к политикам, да? Пусть да, они... пойдемте к политикам. Политики, дело в том, что много прекрасных людей среди них, действительно, думающих, настоящих людей, которые переживают не только за свою страну, но и за мир. Но они находятся в той ситуации, что они даже хотели бы, но не могут. Почему? Потому что ну нельзя им открывать рот в отношении созидательного общества. Хотя многие поддерживают, многие понимают, ведь они же не дебилы, раз они стали политиками. Да, такая игра, такие правила. Они рабы, так же, как и мы, вот этого потребительского формата. И они должны играть в ту игру, которую им навязали. Также и большой, ну я имею в виду крупный, по-настоящему бизнес. Они тоже рабы этой игры. Шаг в сторону, и у них все меняется, и все ломается. Понимаете? Да, есть те, кто специально стоит на пути созидательного общества, но их единицы. И то временно. Когда они поймут, что у нас прекрасная память, и мы помним всех, и каждый будет вознагражден, а те, кто стояли на пути, о них память будет в темных подвалах, скажем так. А те, кто строил созидательное общество, те будут под солнцем, достойные света. Знаешь, вот у меня сейчас пришла идея, а почему нам не построить действительно настоящую аллею славы? Ведь сейчас строят аллею славы кому? Убийцам, пострадавшим, ну и тому подобное. Ну это действительно так. Те, кто там, да, они отстаивали какую-то идею, они спасали мир, там, страну, да не мир, а власть определенных людей, давай прямо говорить. И потом навязывают всем, что они герои, потому что они убивали кого-то. Ну так же ж. Ага. Здесь люди, спасающие все человечество, разве они не достойны вечной памяти? Так, чтобы все поколения, тысячи лет вперед о них помнили и знали. О тех настоящих ангелах света, которые спасли этот мир и построили, я скажу так, родители нового прекрасного мира. Хорошо ж? Классная идея. А почему не построить нам какое-то монументальное строение? Ну, допустим, 6 этажей, к примеру. На первом этаже, ну пусть они будут высокие, чтобы было имя каждого, каждого волонтера. Ну, а те, кто на миллионы, а те, кто там на тысяч, все должны быть. А на других этажах пусть будут те, благодаря кому эти волонтеры могли что-то делать, те, кто их поддерживал, да? Тоже вот градация, что у нас от миллиона до 5, ну, филантропы премия, такие, да. А там филантропы будут отмечены по 5 этажам, да? А вот на 6 этаже уже получается, должна быть стела со знаком «Созидательное общество». А на вот этой стеле должны быть портреты тех политиков, кто набрался такого мужества и кто первым заявил о том, что он поддерживает «Созидательное общество». И я больше скажу, мы должны, друзья, набраться смелости и открыто говорить, что поддерживать мы будем отныне и впредь только тех политиков, которые поддерживают созидательное общество. Тогда и у политиков руки развяжутся. Мы создадим электоральный запрос, и мир изменится. И те политики, которые первыми поддержат, ну пусть они и будут на той стеле, чтобы люди знали и помнили в веках. А вот внутри этого строения мы сделаем темную сторону нашего мира, все зло, которое было, и все, кто его творил.
за всю нашу историю и за последние времена, и тех, кто стоял на пути развития созидательного общества, тех, кто, знаете, как дьявол стоял на пути вот этих ангелов света, ангелов мира, мы их вот там и отметим. Они тоже должны быть известны, знаете, чтобы потом далекие их потомки приходили посмотреть на своих предков. И вот кто-то будет находить своих предков среди ангелов мира, а кто-то среди рабов сатаны, там, в подвалах, в темноте. Но помнить это нужно. Знаете, увековечим субличности и восхвалим ангелов. Разве это не прекрасно? Это, знаете, такая приятная ассоциация в том плане, что справедливость восторжествует. И те, кто, в принципе, мешал людям строить созидательное общество, те, кто развивал вот этот убийственный потребительский формат, они будут снова заточены как будто бы вот в это подземелье. Они должны быть там. Они нас держали 6000 лет и продолжают последние наши дни, которые мы можем спастись, они продолжают нас держать в темноте, загонять нас в темноту рабства, не понимая простых вещей, не понимая о том, что мир обречен. Разве этих людей не стоит отметить по заслугам, загнав их в подвалы, в подземелья, как и раньше? Стоит. Приведу простой пример. Вот есть один городишко такой небольшой, и наши участники пришли с проектом к одному редактору местной газетенки, ну, с просьбой поддержать созидательный проект и поддержать конференцию «Глобальный кризис». И вот что он им сказал, мне это поразило. Он им сказал: «Ребят, глобальный кризис — это не то название. Вас никто в городе не поддержит, и никто вас не напечатает. Нам запрещено это печатать». Это редактор говорит. Нам запрещено. Вы поменяете на что-то такое вот мягкое, обтекаемое, и тогда, может быть, вот такие редакторы и те, кто им приказал, они должны быть достойными, почетными антигероями, которые удостоены быть чести, помещены навечно в подвал, чтобы все человечество потом видела их, видела, из-за кого они чуть не расстались с жизнью. Ну, это справедливо. И все и каждый должен получить то, что заслуживает. Почему? Потому что времени у нас как такового осталось немного. И вот здесь проверяется каждый, с кем он. С Богом, с людьми, с честью, с совестью. Или, извините, он раб шайтану. Все просто и все очень честно. Есть шанс огромный все изменить, Игорь Михайлович. Знаете, в одной из передач мы говорили, что нас почти 8 миллиардов. Нас уже 8 миллиардов. На сегодняшний день нас уже более чем 8 миллиардов. И ты понимаешь, что это огромная проблема для потребительского формата. И это огромный шанс, огромные возможности и потенциал человеческий для того, чтобы все изменить именно в созидательном обществе. Ну, для созидательного общества это очень мало людей. Что такое 8 миллиардов, друзья? Это ничто. В созидательном обществе даже 50 миллиардов мало. Потому что эта планета способна прокормить огромное количество людей без вреда для экологии. Мы должны жить в симбиозе с этим миром. Тогда и мир будет с нами жить в симбиозе. Правильно? Так что, друзья мои, нам надо строить созидательное общество. И вообще хочу сказать, что, друзья мои, пора прекращать бояться. Надо выходить из этой тени, надо становиться ангелами света. Нам нужны эти ангелы мира для того, чтобы мы действительность быстрее построили Эдем на этой планете. Запомните, мы это можем. Запомните и передайте другим, что у каждого из нас есть свобода выбора. Мы выбираем — жить или умереть. И от каждого из нас зависит, что мы выберем? От каждого. Если мы сделаем правильный выбор, если в этом мире будут превалировать ангелы света, а не рабы шайтана, мир будет вечен. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга. Спасибо. Огромное спасибо, Игорь Михайлович. Вам спасибо, друзья. Спасибо, что вы есть.